И еще несколько новостей, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе. И 2024 год в Ирбите не обойдется без реализации значимых проектов. Один из них – проведение реконструкции здания и единственной в городе муниципальной общественной бани номер 4. Напомним, согласно официальным данным, здание, рассчитанное на два отделения и одновременное пребывание 50 человек, было построено на улице Мамина-Сибиряка еще в 1954 году. И с тех пор за все время эксплуатации ни разу капитально не ремонтировалось. Так что предстоящие работы станут для него самыми масштабными. А в здании планируется провести перепланировку внутренних помещений, создать условия для расширения перечня услуг, оборудовать вентиляцию, полностью заменить инженерные сети, сформировать условия для доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья. Еще один значимый проект будет реализован на территории поселка Гагарина. Здесь в течение 2024 года планируется полностью обновить систему уличного освещения. А для этого вдоль 8 улиц и переулков на опорах электросетей будут установлены новые кронштейны и появится более 120 современных светильников. Кроме того, систему дополнят и 8 новых опор, которые позволят осветить и новые участки улично-дорожной сети поселка. Общая стоимость работ составит более 3 350 000 рублей. Напомним, этот проект станет продолжением работ по комплексному обновлению территории поселка Гагарина и повышению качества жизни его жителей. Здесь уже проведен ремонт и монтаж новых инженерных сетей водо- и газоснабжения. Сейчас речь идет о совершенствовании системы уличного освещения, ну а следующим этапом станет ремонт дорог. В Свердловской области Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства подвел итоги работы в новогодние каникулы. За это время регион посетили более 300 тысяч туристов. Как и следовало ожидать, самым посещаемым городом стал Екатеринбург. А в числе наиболее популярных направлений для поездок гостей Среднего Урала названы Верхотурье и Ирбит. При этом наш город за неделю выходных посетили более 2000 туристов. Гостей интересовали история города и его архитектура, а также музеи, в коллекциях которых сегодня можно увидеть шедевры мирового уровня.